НАТО в хату, господа русофобы. Погавкался сегодня на Фейсбуке с одной московской русней. И вот она мне там в споре выдала, что, мол, Армения на этих землях была испокон веков, а Азербайджана вообще никто никогда и не видел. Видимо, его тоже Ленин создал, как и Украину. И даже предложила мне показать Азербайджан хотя бы на одной древней карте. Блин, я такие вещи не люблю, потому что обязательно найдется какой-нибудь герой, который начнет кричать, что все на самом деле не так. Смотрите, мне похер, чему вас там учили в школе, кто из вас какой историк, я вам просто покажу факты. Торговые карты европейцев и арабов. Мы люди простые, историю учили не по советским контурным картам. Вот вам карта 1100 года. С государством Азербайджан. Как же так? Но да, это государство развалилось. На карте 1450 года уже присутствует маленькое государство Азеричан. И присутствует оно совершенно неожиданно, там, где сейчас Азербайджан. А вот Армении на Кавказе, как ни прискорбно, совсем не оказалось. Но она нашлась сильно южнее, на территории современных Турции и Сирии. И да, это было относительно крупное государство, которое вело себя довольно агрессивно, вследствие чего огребла звезда. И уже через сотню лет его там не оказалось. А население, которое уцелело, перебралось сильно севернее и заняло испокон веков свое место, частично стырив его у тогдашней Грузии, а частично у немножко разросшегося Арзерума. На карте 1636 года внезапно Армения отсутствует. Но на самом деле она там есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. А вот Арзерум никуда не девался и, как прежде, совершенно был неожиданно свободен и независим. В 1700 году на карту региона влезли персы и поглотили Арзерум. А армян частично переживали и выплюнули, и те переползли западнее, побросав свои испокон веков территории. И да, Арзерум тут присутствует как Азербайджан. И, о боже, Ереван, Нахичеван, Карабах остались в составе Азербайджана. Карта 1720 года. Армения опустилась вниз, как отбитые почки боксера, и получила в свою испокон веков собственность гору Арарат, которой до этого совершенно неожиданно никогда не владела и даже не знала, что это такое. А Азербайджан по-прежнему на своем месте. И вот что же такое получается? Азербайджан, оказывается, сидит на этой территории уже 1000 лет, то увеличиваясь, то уменьшаясь, а Армения мотается по всему востоку, как... проруби. Так и чьи же это территории-то в конце концов?